Сегодня в клубе сборного пункта области прошел День призывника. Поддержать новобранцев пришли не только родители и родственники, но и гуру военной службы, среди которых представители областного комиссариата и ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня мы провели Всероссийский день призывника. Мы отправили на службу в ряды вооруженных сил президентский полк, военно-космические силы и подразделения, которые дислоцируются на территории Саратовской области, Березовка. Всего подлежит призыву и отправке войска чуть менее 3000 человек. Это 2883 человека. Вот. Из них 20% будут служить на территории, проходить службу в учебных подразделениях на территории Саратовской области, а остальные будут по территории всей Российской Федерации. Молодых людей, направленных на службу в Кремль, в армейской жизни принято считать счастливчиками. Ведь президентский полк является одним из самых престижных подразделений армии России. Однако поучаствовать в помпезном марше на Красной площади сможет далеко не каждый желающий. Набор в президентский полк славится своими жесткими требованиями. Высшее образование – это в первую очередь смотрит на это, а также соотношение рост-веса, то есть рост не ниже 1,75 м, стараются подбирать такие параметры. А также, чтобы не было никаких проблем с законом, это тоже один из параметров. А также проверяют всех родственников, абсолютно всех. Это самое, я считаю, престижное вот на данный момент в России подразделение, в которое хотят попасть большинство. У нас очень был большой отбор, многие не прошли и расстроились. Несмотря на общее положительное настроение масс, многие по-прежнему опасаются армии. Однако страх этих единиц легко скрыть под волной патриотизма. Юлия Нестеренко, Анатолий Милосердов. Открытый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова